Нахман или Николай Душанский, офицер НКВД, МГБ и КГБ в Литовской ССР, родился в 1919 году в Литве в еврейской семье. В начале войны его отец был убит литовскими полицаями. Мама была казнена в газовой камере концлагеря Майдана. Нахман прошел всю войну, участвовал в разведывательно-диверсионных операциях в тылу нацистов, боролся с диверсантами Абвера, выявлял и уничтожал на освобожденных территориях страны предателей, полицаев и бандформирования. После освобождения Литвы он активно принимал участие в выявлении и ликвидации военных преступников, фашистских приспешников, боевых формирований лесных братьев. Он провел множество операций, нашел и ликвидировал знаковых военных преступников, орудовавших в бандах в лесах Литвы. Если он нападал на след врага, уйти от него было уже невозможно. Вследствие чего враг ему и дал прозвище «Волкодав». В 96 году Генпрокуратура Литвы возбудила против него уголовное дело о геноциде. Но Израиль, где он проживал после развала СССР, отказал им его выдаче. Он скончался в Хайфе в 2008 году.